Бархатцы – высокорослые, однолетние декоративные растения. Высота стебля – 30-80 см. Соцветия – 3-10 см в диаметре. Одиночные, простые, полумахровые. Размножают семенем, которое высеивают в марте-апреле в парники или во второй декаде апреля в открытый грунт. Всходы появляются через 3-8 дней. В открытый грунт высаживают в мае после окончания заморозков на расстоянии 20-40 см между растениями. Чрезвычайно быстро растущие, нетребовательные к грунту и влаге растения, стойкое к жаре и засухе,